Здравствуйте. Примите, пожалуйста, обращение. Гражданин здесь, водитель, состояние опьянения. На Софье Перовской. Бензин заливает, баклажку привезли. Не поедут. Мазда, тройка, если не ошибаюсь. Цифра 0,95 уже. Прям где храм стоят сейчас на Софье Перовской. Сейчас вот поедут. Залили бензин. Вообще неадекватный. Сейчас поедут. Значит, вы отказываетесь просто от прохождения. Если вы будете дышать, покажет результат, и какой тогда будет, то есть вы согласитесь с ним или нет, тогда будет причина вас отвести в наркологию, если вы не согласны. Вы будете дышать? Просто, да или нет? Да нет. Ну, все. Все. Слышу, нет. Нет. Все. Под масками, шапками, касками опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже.